23 мая во Дворце культуры «Красная гвардия» состоялся отчетный концерт образцового хореографического ансамбля «Непоседы». В этот солнечный день свое мастерство и улыбки дарили зрителям лауреаты всероссийских и международных фестивалей, обладатели гран-при и победители конкурсов зрительских симпатий. Юные артисты такие разные – веселые, задорные, таинственно-загадочные и озорные. «Непоседы» собрали самых важных людей в своей жизни – родителей, друзей и поклонников творчества коллектива, которые своими глазами увидели результат каждодневного труда детей и их педагогов-хореографов. Таньковой Ольги Игоревны и руководителя ансамбля Криворученко Алены Валерьевны. Ансамбль «Непоседы» начал свою творческую деятельность в 1991 году на базе Центра творчества «Созвездие». И на сегодняшний день в нем занимаются дети разных возрастов от 4 до 15 лет. Всего в коллективе ансамбля 135 человек. В этом году коллектив отметил 30-летний юбилей. Хотелось отметить костюмы артистов, абсолютно эксклюзивные и исключительно креативные. Оформление выступлений, свет, видеозаставки на большом экране создавали особенное настроение, погружали в сказку. Прекрасные голоса солистов в вокальной студии «Кредо» покорили сердца зрителей. «Непоседы» – это большая дружная семья позитивных, старательных, ярких артистов, которые делают коллектив настоящим и узнаваемым, а танцы интересными и зажигательными.